К интернет-ТВ «Голос народа». У меня вопрос. Вы не хотите инициировать отставку Геннадия Москаля с должности губернатора Луганской области? А как я могу инициировать? А что там случилось? Ну, смотрите, уже полгода прошло, или даже больше, как он губернатор. Остался весь аппарат, все департаменты. Это старые люди, которые работали при Плесюке. Да? Проводят открытый конкурс. Вы знаете, мне кажется, говорить об этом надо. Именно с Луценко и с их командой. Это их человек. Мы не имеем к назначениям никаких. Но вы можете хотя бы поднять этот вопрос в Верховной Раде? Вы изучите его, посмотрите, там страшное творится. Взяточники все, коррупционеры, хорошо. Люди в шоке. Я передам Юлии Владимировне, а она пусть уже на Раде коалиции там пообщается по этому вопросу. Договорились, спасибо.